Всем пользователям Magic Class привет, сегодня покажу фокус с красной колодой карт. Для этого нам понадобится король пик, 8 пик, 7 пик и одну лишнюю взяли, 6 пик. Так, кладу их наверх, вот, а колоду пока что сюда. Теперь делаю... Вот. Все. Беру короля и кладу его вторым. Делаю щелчок. 6. Король. 8 перевернулось. Семерка. Сделаем еще один щелчок. 7. 8. 6 перевернулось. Король. Король. 6. 7 перевернулось и восьмерка. Ну и последний раз. 8, 7, король перевернулся, шестерка. Вот я могу даже показать то, что это правда король. Все, нормально. Вот. Что делаем дальше? Я беру короля и кладу его последним. Вот. Теперь вот так щелкну, проведу рукой пару раз. 6, 7, 7, 8, 6, король. Меняют цвет рубашки. Вот. Но это еще не так важно. У нас вся колода поменяла цвет рубашки. Все. Обучение этому фокусу пониже.